Нет. Что, выиграли, что ли? Быстрые вы. Конечно. Там Саня не хотел слушаться, хотел стрельнуть там, блядь. Стрельнули, слились бы мы, да. А, я так могу добавить. Не надо. Никого нету. Ну так, я сделаю. Теперь у меня лампочка будет. Зирик, но, наверное, он это, как его, в каком-нибудь караоке-баре работает. Там я не вижу, ты сейчас не снимаешь, что у меня нету ничего. Под тяжелый металл, видимо, это там на 6 раздевается. Суик. Не знаю, нету. Да есть, есть, идет. Уведомления нету. Открыт доступ. Ни шагу назад. Говорит, на большом производстве работает. Наверное. Бар, наверное, большой. И просто забегаловка. А что ты, блядь, такнулся эту хуйню? Она, кажется, это не ломается, блядь. Слышишь, что здесь все ломается? Ехал, ехал. На горке вообще до лазера, мне кажется, смерть. Вот 62-й там качается. Любопытный 40-30-й был. Все, откачался. Зараза. Ну что, теперь видишь? Кто так не обратил на название? Там у тебя какие-то черточки, полосочки, а какая фигня, да? Даже я не но вижу нового у тебя. Что там, граунд? Ну, полоски. А, вот там полоски впереди, полоски сзади. У меня так показывают. Танка. Танка. А, ну это я давно заметил уже. Я еще те твои трансляции видел. Не, я давно заметил, да. Только я не говорил, а когда вот вчера или сегодня утром.
Фотографировали омыться. Красиво. Отлично. Что у нас там? Погибло, что ли? Да я это не мог помогать. Я тут пока твою не строил видео. Блин, а я не все на той горке. Все они там. Потому что здесь мы не светимся. А вот здесь вот был-то один. Вон он. 45-й тоже здесь. Один внизу, один на горе. Светился. Нет, там 45-й. 4. Вот он здесь. Джокер. Все, тарарой пробил. То есть снайпера, в кого попал, хрен знает. А он у него целый вроде бы, да? А, я не пробил его просто, да. Я попал, 1300. Там может быть это, 62-й. Потому что 1К и 45-й на горе точно. Дирдин, мы тебе сделали грибдин, эрдин. Вот этого надо было. Я не видел его. Горит. Уже стрельнул. Так, сейчас лечусь, выезжаю. Готовься. Ты как ждал меня, козлина, бля, на 2-300 снес. Готов. Лайер вообще нормальный. Ой, сами все оба жирные, блядь, ебать в рот нахуй. Свечу, да. Эй, бля, он далеко, придется его поднимать там, к этому олигофрену. Автоконтролинг голду 9 снарядов осталось. То, блин, голду начнут списывать со счета. Давно уже надо было поставить голду. Не, так я на голде катался. Просто там же за золото выбираешь, когда, ну, подары на подарочных лезешь. Если они кончатся и не заметишь, начну голду списывать со счета при пополнении.
Да нахрен я начал подниматься. Горка крутая здесь, да? А как капец, он там не идет даже. 7 команд. Надо вам где буду ездить сюда. Видишь, поедешь там со линии зайдут, накидают, блин. Да. Он уже пропустил от кого-то. 1000, не меньше. А вот поехали там, смотри, уже могли бы сказать, пострелять, блядь. Сейчас там Таня у нас оплевухивается. Ну, убивать первого, Таня. Верхний. Кто тебя тут обижает? ВТВТ. ВК. Давай его долби. Я стрельнул по нему. Эх, ну он сгорит. Нет, блядь, все потушился. Бовками, блядь. Поросенок. Да, блядь, добил я его. Наша справа. Наша, Саш. Ну ты, бляха-муха. ВК-то никто не добил. А, все. Наша, Саша, потухла. Все. Теперь, да, помогаем. Назад напихаем. М60 там шотный. Надо теперь там что, в Вуди помогать? Или вверх давай, М60 его надо забрать. Сам отберешь, езжай, я помогу. Да, а ты... Может флаг там посмотреть, чтобы не прошли там два тяжа? А, их с ними ранить, нахуй. Сейчас. Таня сейчас М60 с ума забери. Все, я еду туда. Он жопе поехал. Ну как у нас Таня? Хорошо. Они, блин, может, не прошли эти два тяжа. Они, может, так и стоят там. Не знаю, ты там чуть не засветил их, а засветил на хорошую холодильнику, так что прошли они. Или же вернулись обратно назад, а точно. Чё, Саша? О! Ага, видел, вон она. Не пробил лазера. Как это так? Нет, рудой. Этот урод не стал его добивать. Больше не буду так добивать. Старшип специально не стал его добивать. Хотя у него там был чем. Вот они.
Нервы попьют, оно, блядь, с кем-то нахуй. Че, глаз прокачался? Тут у нас глазастая. У нас глазастая мадам, да? Это они горку не стали брать, интересные. У нас город на подъеме, видишь? Сейчас, видишь, они на подъеме хотели нас поймать 10. Сейчас тебе не поможет. Но у нас зеленые, смотри, сливаются. Сейчас наших зеленых всех в базы заберут. Раз, два, три, четыре штуки там. Один только с нами. Это Лёпик уже наполовину шотный. Блядь, не светился же, блядь, Таня, ты там сколько крутился, да? Гандон, блядь. Ой, пизда, нам на сзади все слились нахуй. Я же говорю, их сейчас заберут. Сохраняем горку, что делать? Пиздец, они ездят без света, катаются тут рядом, блядь. Ну, лягушонок, да? Ну, уже я понялся, блядь. Сейчас выйди, погоди. Блядь, он не один. Все, тут этого Дурьюмара замочили. Ну, лягушонка выйдет. Ты заберешь его? Ну там Вуди поможет. И он едет на меня. Вот всё. Летит хреновина. Тыщу. Ух ты, бля, как он. Он старшип, старшип сзади. О, как он залез, блядь? Блядь, чуть-чуть не добрал я его. Вот как? Там вообще невозможно залезть. Знаешь, сколько раз... Ну, я, может, на паты не могу. Зеленые виноваты опять. С базы зайдут, чё пизда. Что, у меня один снаряд остался. Сейчас пополнение уберу.
Что делаешь, ручка? Спи уже временно. Давай же, как нам, это перетяну. У вас там тишина, похоже. Уйдюха там был. Сейчас, наверное, тоже отошел. Собралась убивать их, да? Ну, Жека, давай учись подниматься, хотя тебе могут не дать этот Филипп. Надо Филиппка убрать. Или попер может залететь, надо контролить. Может, он, правда, не прорывился, но не знаю. Ой, там у вас много желающих, да, есть. Ну, сказал же Филиппов залетит, блядь, сука. Кто-то не Антон. Там еще больше. Ой, еще и Шурик. Нету Шурик. Вот твоя как всегда на нем. Обменялись, да? А, без читов просто. Не дают ему. Зря ты не там. А, Жека. Проскочил. Жека, не там ты залазишь. Вот ты залез с нулем. Уже нету пол хп. У меня пол хп, но я там пролазил. Иди вообще. Сейчас спускайте, он отойду зеленый, он сервис там, 28, и светит. Так, ну чуть-чуть они отвлекут на себя. Мишет. Поехал одного за нами. Ты че без света в улице стрельнул по нему? Тоже хотел, но что, думаю, нафиг снаряд тратить. А потом сделал нож. Ах ты, блин, по трупу. Справа. Сзади. На штурма. Я, ребята, говорю сзади, а вы как? Мы сейчас вот так поедем.
в объезд через кишку. Турма заберут. Что же, Жека, стреляй. Фугасом? Нет? Вот у тебя там 64 урона, блядь. Вот ты же, Жека, боёшь. Если не наваюсь, тем более против. Лазер фугасный вообще плохо бьет перед. Надо вновь и высечь так. Снарядов осталось. 4 купил голдовых. Ты ветеран? Да, ветеран. И что у тебя, Серега, там выходит по серии мод за бой? Сильный большой? Всегда. Большой? Ну, не знаю, когда хорошо, целый танк, там и 4, и плюсы бывает. Самый большой минус был 50, один раз только сегодня. Он ну, был... это там немного, это нормально. Здесь 9,5 лямов на этом аккаунте, серый. Что-то лазеры появились много, да, плечи? Ну, сейчас уже будут постепенно активировать до 10-го, ждай их, или до 11-го, или 10-го, но последний день. Я на основном 10-го свой активирую. Может, пораньше, не знаю, когда 40-30-х дадут. Лезут. Таня, держи его. А, все, он уже не полезет. Там пока все. Вот кто против. Да. Я там светим, мучай их, пугай их. Нормально только. Запшикали. Как только слышно было. Птю. Все, нету. Ты что так быстро бежал, да, как будто? Не... Ну, быстро ехал. О, смотри. Вон, поднялся. Он тебя заберет, это армянин. Сейчас мы запшикаем. Он будет вылазить, блядь, портить нам ту жизнь в центре. Днем сейчас полезет и таран. Цирустам. Цирустам может появиться вообще вот здесь это. Сказать, он, что и там же может Цирустам быть. Сережа, зачем так задом даешь тут? Тарана разворачивается. На тарана не пересветим. Он сейчас ближе будет к нашей базе подтягиваться. Тут его и смерть настанет. Сейчас он подтягивается к нашей базе. Супер, там... Ай-яй-яй.
Короче, мне жопа уже здесь настала. Разворачивайся к тебе. Мне помогли с тараном кто-то? У меня шадо едет. Там осторожно. Блять, сзади. Сервис там. Здорово, все. Здорово. Привет, Вася. Оттуда, да, снял? Но да. Я уже не буду разворачиваться. Это, блядь, пусты залез. Поганец. Мы ушли оттуда, и ты сразу попьяли, блядь. Да-да, сзади он стреляет, таран еще это. Ёпта, да, вот это, да, мы проигрываем этим, да. Ага, он тут еще хотел меня забрать такой. Качал. Рано будет, рано. Видишь же рядом там был. Друг Жека, Жека. Я рано-то выстрелил, я слышал как твой выстрел. С трех сторон. Вот этого хоть забрали. О, Вуди, молодец. Ты первого, да, тарана мне помог? Нет, он был тут забрал. Ага, одного потушил. Один-один. Ну, с этими князьями. Так, я последний бой, но я вообще спать сильно охота, волнуется. Да, у нас, блин, полдотворный день сегодня вообще вышел. Завтра буду отдыхать до Да, неделю почти не играл. Что-то вечно маленький вообще. Thank you.
Третий раз подряд, да? Ты карту. Чего сам играть? Все там. Сейчас лучше подсвечивать рядышком, выйдет не дай подняться. Ну, ты снайпер на полтора я слабее, вы не четки. Вот теперь вижу один. Не едут. Вчера себе конь бессмертный, блядь, тут. Что это за клоун был такой, блядь? Он думает, у меня конь, пиздец, всем кранты, да? Выкрутил. Не пробил. Одна там. Ну, я у нас на базе много. Откуда нахуй появился и сразу, блядь, сука. Хотел XM забрать, блядь. Он вылез, да? А что ж ты не пробил меня вообще, блядь? Съебались уже. Люди видели и убежали, блядь. Таран он всяко стоит кто-то. Ну, для пленного соус просто все. Ага, дочь там что-то. Прогоните его, я вот сейчас пульну из окна. Шел. Шик. Шики. Таран, Вуди. Все, передумал. Синий, синий. Сука, знал, что там... Ну я уже выехал специально, знал, что там будет стоять где-то. Че, Жека стоит, выкинула его. Задом, блядь, к нам едет. Не знаю, куда съебаться просто. Сидеть, да? Ой, у меня крыса. Отлично, помните, сделал. А я не пробил его. Бля, я не туда чуть-чуть стрелял, в землю, бля, попадется. Зона там, да. Его Таня заберет. Нашампурит. Снял как-то издалека его.
142. Автор сам играет где-то. А, зовите. У нас что-то кто-то ушел. А, Жека же выкинул. Ладно, ребят, до завтра. До завтра. Я еще есть наряд покатающий еще. Ай, прыгнул, надо пустую землю, блядь. Да. Просто нажаться. То завтра у нас получится, если старта прыгнет, то в итоге получится у нас. Ой, не знаю, что делать, у меня голова сломалась, уже что делать, блядь. У нас завтра два боя на 7 будет. Старта на нас пойдет. Три боя. Два боя, то есть, два. Защита, две защиты. Нах. Ух, голову ломают себе, пизда. Да место в легионе надо будет. У него уже есть люди на примете, кого кикать. Ну кикай. Не будем смотреть ни эффективность, ничего. Но все равно тоже охота же на первой странице вверху. Тоже. Да. Так, тоже некоторая неэффективность. Ну, вернее, кто выше там, наверное, тоже вступает из-за этого в регион, да? Да, ну у нас он висят заявки, но я не понимаю, они еще. Я сколько раз откидывал заявки. Они все равно подают заявку заново. Ну вот я не зашел, что мне радует стикс. Пошел 40-30. КПЗ. Жеку сейчас разберут там. Сзади. Пока развернусь. А, вон ему поможет Лепик сейчас. Лепик же там. И я помогу. Юностик уже. А как они так быстро приехали? А, это просто мы медленные, да. Он в дымах стоит там. Мудрый, блядь, кинул дымы. Думает, что танкует там.
Штурмик тоже в обход пошел. Это он не на пляже. Он второй еще. Вася, ты накатил. Забыла. Тут в голове держала. Сколько же мне когда 5.8 я сказала? Давай быстрее нажимай. Я хочу посмотреть сразу. Захочет спросить. Спарта вылезла. Куда они появились-то? Вот они слева, как и предполагалось. Корсы Спарта. А вот я на 11, я тут просто отхожу, то я, то мало играет. Кино смотрю, да когда реклама, то я сыграю, когда кино, так иду кино смотреть. То вместо меня он играет тут. Тут поднадоела уже эта игра. Найду завтра пароль в Word от аккаунта. Качаю ворды.
Зевс тут посередине, в складе. Ладно. Ходят. Красиво этому гному выписали. Его нету. Так, и там на углу вот еще стоит. Кто-то Зевса видел, кто? Лысый какой-то. Че у них тут слева тараш не прошел? Слева, то есть не справа, а слева. Вон они. Вот что ты там делаешь вообще? Зев что ли качает? Девяносто пятик у вас там на горе стоит, в кустах все-таки настреливает. Два раза сколько он мне попал уже. Блять, по Зевсу по жопе промазал ему. Хотел ему плеткой по жопе. Лазерный. Ну ж не надо. Надо, Зевс, надо. А мне 95 их этот лупит и все из кустов из этих, блядь. Он там опять. Три раза, блядь, выстрелил по мне. Кто это? Вуди, кто это сверкал? Ты... А, там еще один стоит. В углу, да? Шипик там. 95, ё-моё. Таня, сейчас заберут. Жах-то как объехал, ё-моё. Он же рак, бля. Шипик, шипик, шипик. Сейчас я выстрелить буду. Ух ты, а чё так мало-то, бля?
Я его, по идее, с плюхи должен был забрать этого 95-ка. Вуди остался. А не, я бы его, этого викинга, не забрал, у него много, бля. Прижимайся, прижимайся к стенке. Ага, хоть по тарану стрельнул. С паршивой овцы хоть шерсти клок. А кто пришел, непонятно. Сань, чего не прям секунду не подождали, не успел. А, ну мы думали, что тебя нету. Да не, я с Шафтерсом разговаривал, думаю, в этом в аду там с этим Дамиром просто играет. Я с ним разговаривал. Не успел прям чуть. О, снова против Зевса. Против Спарта тут. Куда он убежал? Удин, он стоит, а чё он... А, он из игры вышел. Ты молодой, Сань? А? Ты говоришь, Сань? Ты на Лазаре, говорю? На Лазаре, ну. Я тоже остался полчаса еще. Танки купить. А, ну и сегодня же скидка на экипажа, а потом нет, скидка начинается на танки, ну, на серебряные, да? Ну да, я вот думаю, два штурма сразу взять можно. Ну смотри сам. Я даже не знаю, я на них не играл никогда, я даже вообще не... У меня даже посоветов нет. Ну вот я штурм тигр ПТ только взял. Не понял, Таня.
сторону Раши, там и здесь поехали. Ну давайте, ладно, буду. Подожду еще полчасика. Возьму, а там видно будет. Да, там пусть зеленые пока это обороняются. Мы как раз зайдем. Надо только быстрее, вон викинг тут. А, он сваливает, сваливает. Убегает. Кто у нас? Жека, давай быстрее. А я свечусь, он мне как-то светит 95. А, вон пепел. Стоит он там? Так, поехали на него. Ты попал в него? А, ушел он. Вот он стоит там. Почему-то меня видит, блядь. Как это так-то? Надо. Ног он снимает, блин. Ох он там. Да, ловко с меня тысячу, блин. Ну, ты понятное дело, у тебя КПЗ. Больно. 280 еще тут. Что, на взрослых катаешь, что ли? Ага, я на лазере вообще. Блин, прикольный танчик. Ты че не ездишь на нем? Халява же. Я карпульки собираю, сейчас же покупать все танки мне надо. Надо 10 лямов, чтобы купить 2 танка. Со скидкой, у меня 8 всего. Думаю, из 6-го парить, что ли, сука. Классно, мы их тут, Таня, да, развели. Как Зевс тут попался еще под горячку. Ну и что делаем? Захватываем флаг. Успеем, нет? Помнишь, тут где-то не светишься, ты стоишь, а вот за этим зданием стоишь, вот тут вот, где я. И не светишься, они сейчас по-любому с зеленки будут заходить. Вот тут вот стоять и все. Быстренько прокачаем его. Жека, давай к нам тоже. А, нет, нас меньше. Они по промзоне не пойдут, они сейчас попрутся вот так же, вот посуду, мне кажется. Даже если они по промзоне пойдут, то они вот эту ПТ-шку заберут. 40-05-го аленького. Да, вот, аленький их задержит, а мы прокачаем. Тысячи страждущих ежедневно осаждали ее маленький домик. Личное приглашение. Так, я в свете. Кто-то, видимо, заходит в зеленки еще. Остановили они время. Жек, отойди. Ё-моё, блин. Лазер подстрелю.
Этот урод, блин, уехал, блядь, в КПЗ. Не-не, лом. И прячется теперь на дальнике. Это чтоб помогать, блядь. Сейчас еще 110-му сольется, да он рак. Задом такой, смотри, задом там хоть выстрелил, потом только разворачивает. Он не заберет, короче. Ну, еще и башка отлетела. Но... Какой он полный этот, блядь, 110-й. Это ему не тот рак. Жепка, заедь сюда. Заедь сюда в проулок, а то тебе попадет там этот. Ну, уже попал. Жека, тащи. Тащи по-любому. Вовка. На ИСе седьмом. Ты должен его сделать. Далеко не уезжай, просто за мной. За мной. 2000 у него. Сон голду зарядит. Боком не разворачивайся к нему. Ну, видишь, он тебя пробить не может. Че, 5 кд? Там 29, правда? Он зарядит сейчас спокойненько его. Только боком не выезжай на него. Потому что на XM я... И САТа можно и ББшкой. Вот мне этот отдал. Флаг. А то сейчас возьму своего. Ты позови, Саня, граф. Значит, это Саня, ты здесь? Саня, ты здесь? Походу, Кашу. Точно, точно, сейчас такого в бой войдем, он придет, скажет, ну чего? Скажи, чего не подождали, да?
со мной в атаку! Хотел побежать. Ну я понял, сейчас выйдем, позовете. Блин, и опять я встал, думаю, не свечусь. Да, посетрёха. Думаю, меня обмануть? Ну, в БК снес. Там лазер еще в реке стоит, сука. Да, они вот с нашей базы и тут справа стоят. Один по центру. Вот он, босс. Варюка. Парень. Если 80-й выкатывает, и за ним этот лазер. Ой, я мысли пробил. Ну и чё ты останови, дай проехать. А кто не спрячется, пусть он 55-ку разбирает, так он по тебе стрельнет. Он чё-то тупит, пиздец. Ну его сейчас еще не разберет, он тебе потом как зад будет наклевывать. Ой-ой. От 280-го. Сейчас еще этот там командор. Штурм. Штурм вылетел. Я пока на 280-м выезжала. Восстанавливала. Тебя надо было подождать, потом когда 55-ки он стрельнет, потом зарядиться до конца, вылезти, застрелить этого саму икса, а потом уже разбираться впереди. На чужом танке. Да, ты побыстрее. Вперед поехала. Я успею кофейку налить по-быстренькому. Сейчас
сейчас самое время, с утра можно сразу же, знаешь, в турнире занять хорошую позицию, если сразу же сейчас на десятке покататься. Ну да. Ну вот, сейчас получается же начинается турнир. Через 15 минут. Да, вот, можно сейчас сразу же, пока все устали тут. Ну потому что у него быстрее снаряд, это же лазер. А у тебя снаряд, у него лазер. А у тебя пока летит, летит, и сюда не долетит. Чушь, не чушь, а вот так. Так, ладно, лазер сбила. Даже плюс. Угу. Место уже занято. Одновременно с нами нажимаем. Раз, два, три. Последние 5 голдовых снарядов осталось. Бесплатные, которые давали. Я не с вами залетел, зашел. На ту же карту. Я не звал его. Он, видимо, сам пришел. И что-то говорил про него. Это вот ЮА. Ну, в смысле, против хохлов попали. Пусть поднимается. А, блядь, увидел он меня. Ревну успокоили. Лазера надо. Да что он мне сейчас забил, что ли, вообще, блядь? Как же он так мило, я рикошечу. Гадство. Как так можно? Олимп по-русски. Ну,
Не знаю, где тебя. Красиво. Капса ты тут бух-плюху ему. Последний снаряд, последний. А этот где? Он же не светился нигде. Тут, да, стоит, наверное. Или там дальше, блин. Он вообще с нулем. Не, один снаряд остался. Последний. Он с нулем, он спит. Он спит. Ну а где он тогда? Он с нулем. Да, он не спит. Он просто заныкался. На лазере заныкался, ну кошмар, блин. Вот я вот этой тактики не понимаю, как так играть, да? Заныкался с нулем и сидит. Ну ладно, понимаю, там, например, на какой-нибудь там, ну не знаю, на стоковой шестерке, которая вообще урон не наносит там. И забросила тебя к восьмеркам, которых ты вообще не пробиваешь. Тут на лазере. Вот я показал, поедет Арсен туда проверять. Может вообще на дальней линии где-нибудь стоит. Вот я показываю, ты туда не можешь Арсен съездить? Да. Показывай. Да блин. Проехал он, да? Да. Да вон в углу надо посмотреть, там он прячется. Мне темно, блин, мне клаву надо, блин. Наверх доставать. Ну куда ты, блин, едешь-то? Арсен, вот. Вот почему я не люблю, когда берем тех, которые. Вот он. Нет, не слышит ни хрена. Как мы за ему будем? У меня все, снарядов нету, я ему один раз все крут. У меня ноль, я пустой. Что, читеры, катаетесь? Читеры. Да. О, самый главный читер с вами. Да. Блин, тебя еще с команды не выгнали, что ли? А я, блядь, один. Я их тут тяну со всех сторон. А. Я б тебя давно с команды выгнал, блядь. Ну ты-то да, это ж, блядь, ты. Ёжик-то про тебя всю подноготную выдал, всё. Ну то, что ёжик за него все танки качает. Вообще не умеет кататься, блядь. Случайно получается. Да, ну, блядь, сам понимаешь.
Дэн, ну признайся, тут народ-то сидит, как-то так и было же все. Серьезно, да? Зовите Дэна, где Дэн? Да нет у нас, ты редко к нам заходишь, мы тебя удаляем. Кого? Ответь меня. Будешь почаще заходить каждый день? Скоро начну друзей чистить, блядь, пиздец какой-то. Я там, блин, как все в игре, так там хер кого поймаешь, блин. 50 в игре. Атаку, блядь. Да, блядь. Сам погибай, а товарища вручай. Чё, куда поедем? Лазеров писет, блядь. Да не успела к вам скачить опять. Сейчас они тут будут вспышки одни. Лазеров-то много уже, да? Много, вот против нас тут 5 штук, бля. Через 3 минуты обороны. Сначала откатайте, у вас звуки снимут. А пусть снимают лазер. Ну и чё, мне все равно качать. Зад-зад, Вуди. Паронку поедет на десятке? Ребят, он в оборону на десятке поедет? На девятке. Восьмерки. Я поеду, когда выкуплю 215-го. Ну, я говорю, сейчас время придет, ты же выкупишь его. Или ты как бы... Меня светит-то? Остался там 2 минуты. Лазер. Рикошет, блядь. Патер, Санек. Ай, блядь. А? Ты поедешь в оборону, блядь, на 215? Да, поеду, Сань. Я сейчас команду создам, подожду, сейчас оборона начнется, я тебя позову. Ну, погоди, я еще минута, надо выкупить. Я говорю, я создам пока оборону, я говорю, позову тебя. Хорошо, я тоже могу с вами на десятке съездить в оборону. Что, Сань, нубика возьмем, нет с собой. Не знаю даже. Да, это такого желтого человечка с одним глазом. Граф, что ли? Ну да нет, граф контужный, не одноглазый. Это разные вещи. Не, этот. Сержант у нас одноглазый поедет, пират. Не, я не на этом поеду. На чё? Я на другом аккаунте буду. Там не одноглазый. Там нету одноглазого. Так, а мы тебя позовем, ты как? Скидки будут? Я сам зайду, меня не надо звать. Куплю себе. Все, скидки пошли. Сейчас. Спать. Чё за скидки? Ладно, все, пойду я на оборону. Все в оборону идете?
Если он 6800, Саня, стоит. Че за бред-то? Вы пойдете? Эй, ворот на счет. Не поедешь, Таня? Саня, че за глюк 6800, он мне так же, блин.